сказали, слушайте, а подтягивайтесь. Ну, да, вот хорошая. А хорошая есть темка, да. Темка. Вы так сейчас говорите, что я прям был готов услышать в конце, и поэтому я создаю собственную партию. Нет, с выборами больше не интересно. Нет, мне интересно с выборами, но я же вижу, что происходит. Отношусь трезво ко всему происходящему. Я решила, что на этом этапе я занимаюсь вот своими, да, так скажем, женщинами, клиентками и теми, кто ко мне обращается. И я сделала фонд поддержки беременных женщин вне брака, поскольку там есть юридическая такая несправедливость. Они не имеют права на алименты в течение беременности. То есть женщина в браке имеет право взыскать алименты на свое содержание, а женщина вне брака не имеет. И есть очень много девчонок, которые делают аборт именно из экономической составляющей. Я считаю, что нельзя запрещать аборты, но если какая-то девчонка просто боится, что ей не на что будет есть, то я ей помогу. Mm-hmm. Вот, и мы вот так вот будем вынашивать вместе детей, как желанных детей. И я занимаюсь этим. Если это однажды вырастет в что-то большое, я пойду в политику. Если будут выборы, а скорее всего их уже не будет, я тоже пойду на выборы. Ну, когда-нибудь. А вы пойдете 22 апреля, когда будет голосование по поправкам к Конституции? Ну, мое убеждение, что никто никуда не пойдет. И как-то очень выгодно произошел в этом плане коронавирус. Я думаю, что будет история с домашним голосованием. И очень удачно запрещены митинги, даже согласованные, благодаря коронавирусу. Вот, оказывается, кому он выгоден. Ну, надеюсь, конечно, что вы в создании этого биологического оружия не участвовали. Поэтому не будет никакого голосования, все это профанация, и любой здравомыслящий человек это прекрасно понимает. Так, как-то я прозвучала у вас какой-то, вы что, коронавирусоскептик? Коронавирусоконспиролог. Понимаете, сейчас мы живем в такое время, что любую здравую мысль можно назвать конспирологической. Плюс очень много разных там размышлений на тему. Я, конечно, не имею доступа к первым лицам или надправительственным организациям, которые мне там сказали, Катюх, значит, дело обстоит так-то. Но, конечно, я понимаю, что это искусственно созданная история. И да, я не верю в то, что мышка заразила случайно нас какой-то хворью. Извините. Хорошо, давай. Но мы не будем здесь настаивать, да, потому что не сам. Но вы же солидарны с мерами, которые нужно предпринимать. Там, мыть руки. Руки мою. Все. Вот пришла, спасибо радиостанции, продезинфицировалась. Я не за себя боюсь, я просто считаю, что я имею право на свои там, опять-таки, конспирологические идеи. Но у меня детки и мама, у которых как раз проблемы с легкими. Поэтому я ради них соблюдая меры безопасности. Нет, потому что если вы будете хоть там биологическое оружие, хоть еще какой-нибудь заговор, но при этом будете соблюдать все меры, то никаких у меня проблем, я спокойно. Не соблюдать. Я вообще чистюля, поэтому я их по жизни соблюдаю. Как считаете, кстати, вот люди, у которых много подписчиков в Инстаграме, или в Твиттере, или еще где-то, на них сейчас лежит ответственность за то, чтобы рассказывать об основных правилах выживания? Я думаю, что тут есть две стороны медали. С одной стороны, нужно действительно соблюдать грань и не превращать это в какой-то страшный фильм ужасов. Не нагнетать панику. Не нагнетать, да. Но какие-то меры, конечно, нужно предпринять, элементарные. И поэтому я, кстати, закупилась туалетной бумагой. Как это работает? Я на дачу завезла, если просто будет карантин в Москве. Я хочу. Ты вас на дачу не пустят, если карантин. Нет, а я вот если, ну, надеюсь, нас предупредят за пару часов. Думаешь, сразу, ого-го, бабахнут? Если будет, то так, безусловно, без всяких предупреждений. Иначе паника начнется, все поедут из города. А, да, ну, я надеюсь, что может предупредят. Поэтому перевезите в Москву обратно. Нет, ну, в Москве-то я не думаю, что будут пустые магазины. Это я просто... Для дачи? Для дачи, да, я купилась, чтобы просто не надо было никуда ехать, если закроют Москву. Сейчас мы прервемся буквально на 2 минуты, но это только для радиоэфира, а в Ютубе разговор с Катей Гордон продолжится. Да, информирую всех ребят, если карантины введут, это будет резко, да? И сразу. Точно? Но иначе все начнут валить, ну, из города и распространять. Да, это всегда так делается. Усиливать. Да, я думала, что там как-то виду там предупредят. Внимание, на старт, внимание, да. Марш! И вот поскольку будет марш, то все. Как это работает? Ну, то есть вы видите просто, что люди фотографируют пустые полки, думаете, так. Нет, у меня, знаешь, срабатывает, я тебе скажу, абсолютно безмозглая история, связанная с материнством. Вот просто мелкие
дома, и я даже буду рада, мне надо как раз бросить пару килограмм. Ну, дети, когда маленькие есть, и есть какие-то продукты, которые чисто они любят, и я понимаю, что какая-то паника есть, я закупаюсь для них. То есть, закупайтесь из-за паники. Да. Там, понимаешь, срабатывает другая история. К сожалению, что они сейчас закупят эти Серафимкины творожки, и лучше я тоже закуплю. Творожные тут. Да, Таня обозревала. Я поняла. Вот. То есть, как бы такая логика. Потому что действительно какие-то продукты, которые вот любим. Ну, винца купим. А гречка как? Винца, да, вообще надо закупиться. Винца, мне подружка, значит, которая вот как раз верующая во всякие такие инфернальные концепции, она говорит, что вот Ванга говорила, что начнется, вывод. А там написано, что Ванга, значит, сказала, что русские спасутся, потому что будут пить огненную воду. Вот, я поняла, что надо вот чем надо закупиться, так это винишком. Повышаем спрос на алкогольные продукты. На самом деле. А если об этом что делать? Нечего хоть это. Хотя всегда есть что поделать. Меня смущает, что теперь вот с судами какая-то хрень. Закрываются они, да? Ну как, а участников процесса пускают. Нет, вообще процессов не будет. То есть кроме тех, которые вот прям очень необходимы. Да. Кроме срочных. А так они все процессы. Нет, онлайн нам обещают. Вот должен быть у нас арбитражу онлайн. Через компьютер будет. Ну, арбитраж можно так проводить. 9:49 обсудили ограничительные меры, связанные с коронавирусом и необходимые запасы. Вместе с нашим Женей Гвоздем, Катей Гордон, блогером Кинави. Слушайте, а знаете, о чем... Юрист, прошу прощения, запишусь в следующий раз, чтобы представить правильно. Знаете, о чем хотел спросить? Вы же видите, вращаетесь в кругах, в которых не вращаюсь я, скажем, мягко говоря так. И знаете, было много информации о том, что, например, большая была проблема, связанная с тем, что была вспышка в Кушевеле, эпидемиологическая, и оттуда на частных бюджетах дети обеспеченных людей, сверхобеспеченных людей, они как-то напривозили всяких